Новую печь для бани разработал Константин Белый, руководитель Кубанской банной ассоциации, член Совета международной ассоциации банных искусств. Исходя из традиций кубанской бани, мы решили создать такую печь, которая бы могла создавать тот легкий пар, который получался с камней, которые раскалялись открытым огнем. Чтобы создать такие условия, нам нужно было найти источник тепла, который обычная каменка создает с трудом. Поэтому мы разработали парогенератор. Преимущество парогенератора в том, что он выдает самый лучший мелкодисперсный пар. Этой разработкой уже заинтересовались производители компании «Бермаш» из столицы машиностроения на Урале Екатеринбурга, которая уже разработала печь под названием «Вера-пар» по белому». Разработка наша парогенератор совмещена с разработкой компании универсальной топкой, с которой легко создаются паровые процедуры. На, по-настоящему в русской бане. Идею, как современную печь максимально приблизить к традициям кубанской бани, главный изобретатель Анапчанин Константин Белый вынашивал давно. Последний усовершенствованный парогенератор прошел испытание в течение полугода в передвижной бане и получил самые лестные отзывы от пользователей. Печь по Белому изначально сделана так, чтобы ею было можно легко управлять и задавать любые режимы. Печи с парогенератором может сейчас получить любой желающий Достаточно только обратиться к нам в нашу Кубанскую банную ассоциацию. Представительство Кубанской банной ассоциации находится в Анапе на улице Краснодарской 32.